Ну вот еще проведем мониторинг вот на этом, на юго-восточном склоне, наиболее прогреваемый и близкий к моим осадкам. Вот видим здесь наличие уже более крупных черечишек, которые сюда переползли, мигрировали и, очевидно, откладывают здесь коконы. Ну, конечно, не с такой плотностью, как мы видели вот в осадках моего вермивожа, но, тем не менее, они сюда мигрируют, и некоторых червячишек вот мы с вами три раза ногой погреб, троих нашли, но они уже, видите, какие крупные, потому что переползли сюда именно с целью откладывания коконов. А там мы видели, уже у нас вермивожи вывелись. Но вот тут целая куча. Я говорил, что это животное стадное. И вот они вот такими стадами собираются. Это у них, так скажем, бордельчик. Бордельчик, так я предполагаю, небольшой, если они тут сразу десяток собрались. И вот этого напугал так, что даже жидкость выделил. Вот, как видим, целое стадо мы с вами нашли здесь. Лямур у них тут сплошной. Но поедут в гости в Россию, к Екатерине Хохуле. Вот вчера я делал мониторинг на даче тех, которых собирал еще в первую, после первого дождичка месяц назад. Даже по 100 штук в коробке они были у меня. Прекрасно себя чувствует, и за месяц сегодня я вам это еще разочек продемонстрирую. За месяц из 100 штук в коробке стало 110. Ну, проверим еще раз мою постулат насчет стадности. Копнем рядом и видим, что вот рядом копаем. И вот только два раза погреб и нашел лишь одного. Это как раз подтверждает то, что они собираются где-то в кучке. Вот так вот просто по одному они в компосте не сидят. Уже если они гуляют парами, то уж в компосте они тут точно, ну, одного нашел так. Но это видно, бежал на групповуху. Вот такие наши с вами смешные утренние дела. И вот сейчас мы с вами все-таки первый луч солнца встретим. Как истинные японцы. Так-то я покапываю ногой, дабы подтвердить. И вот вам, пожалуйста, под пение соловья первые лучи солнца. Здоровья вам, благополучия. Больше не буду здесь ковыряться и как крокодил по своим следам возвращусь назад, чтобы не утонуть вот здесь, когда я забирался. Вот тут чуть не врюхался, видите? Поэтому теперь так повыше, опа. Ну все, выкарабкались, солнышко встретили, мониторинг провели, потенциальных жертв
Вот он еще один. Надо смотреть, рядом должен быть второй. Вот он, точно второй. Все с вами. Все наши утренние дела сделали. Репортаж он почти на целый час. Вот он еще один засахаренный путешественник. Видим, как сразу картина разительно отличается от тех, которых я выбирал в компосте. Черный компост и те, которые в песочке вот здесь ползают. Все-таки я еще пособираю, сделаю зачистку. Солнышко мы с вами встретили, соловьев послушали. Но на всякий случай включу еще камеру. Послушайте соловьев еще.